Мы не делимся здесь властью мы или представители общественности. Еще раз повторяю, мы единая с вами государственная комиссия губернаторская, которая призвана проанализировать и навести порядок в предстоятельном законодательстве 500-метровой зоны. Главная цель – это выявить факты, имеющие признаки, еще раз, признаки нарушения предоставительной сферы. Следующая история у нас будет оценка выданных муниципальным образованием разрешений на строительство ОПСов на предмет их соответствия действующему законодательству. То есть, по сути, будет такая, знаете, первичная оценка тех объектов, которые предоставлены еще и первой группы. Максимально земельное законодательство мы будем с вами смотреть, это строительное законодательство, будем смотреть в кинплан, ПЗЗ и так далее.